Всем привет! Вот что у нас на данный момент происходит. Времени на съемки совершенно нету, потому что у нас ремонт полным ходом. Максим купил блоки, вот, снесли стену. Вот где была раньше стена, здесь залили стяжку. И стена теперь будет вот тут проходить, по этой линии. Вот. Здесь точно так же будет, но завтра должны приехать рабочие, которые будут делать у нас ремонт. Вот. Еще начертили вот тут в комнате, но ой, какой-то у них маркер не очень, и он уже стерся. То, что тут чертили, остались только какие-то грязные разводы. Вот. На-на-на! Кран! Кран? Кран строит что? Дом? Камушки. Камни. Скажи, камни. Автобус. Скажи, автобус. Во. Автобус. Дядя там стоит. Во. Камень. Во. Скажи, камень. И. Во. Беговел. Там би-би. Там машины. Во. Дом. Дом. На. Камень мне. Дай. На, надо говорить. Еще хотела вам похвастать вот такой игрой. Максим подарил мне на день рождения, которая будет через месяц. Суперская игра для пары, для улучшения отношений, скрепления, скажем так, отношений, чтобы узнать друг друга получше, уделить друг другу внимание. Вот. Значит, здесь в набор входил договор, который вы должны подписать. И тот, кто проиграет, должен выполнить желание победителя. Желание прописывается в договоре. То есть сначала надо придумать желание, потом подписать договор. Вот. И проигравший должен будет выполнить это желание. Еще есть вот такая скретч-карта. Так. Скретч-карта. Сейчас покажу. Вот. Тут разные задания. Там, где вот темно-желтый такой цвет, это задания, которые выполняете вы вместе. Они, в принципе, ни на что не влияют. Фиолетовые там, где это задание, которое должна выполнять девушка. А синие это должен выполнять парень. Тот, кто быстрее всех выполнит все задания, тот и победил. Вот. Сначала берешь одно задание, и ты обязан его выполнить. Как только ты его выполнишь, только тогда ты можешь приступить к следующему. То есть сразу все постирать и начать выполнять не получится. Сначала одно задание, потом, когда сделаешь, уже переходишь ко второму. Вот. Тут, получается, задания написаны в виде вот таких вот просто слов, и к ним дается шифр. Шифр на трех листах, который шифр, который у девушки, парень не должен вообще видеть его. Тот, который у парня, девушка также не должна его видеть. А вот шифр лист для двоих, тут вот, в принципе, могут смотреть оба. Ну и здесь, получается, вы смотрите по тем словам, которые на скретч-карте, вы смотрите здесь расшифровку. Вот, допустим, какое-то определенное слово там или словосочетание, и вы смотрите, что вы должны выполнить вместе. Вот у нас, допустим, попалось задание вместе выполнить «Найти общее хобби надо».
для пары. Вот. А когда все выполнится, вот еще какое-то будет задание для двоих, я так понимаю, традиция. Когда все будет пройдено, надо будет его открывать. Пока что закрыто, я даже не знаю, что там. Игра очень стоящая. Играть в нее можно в течение целого года. То есть дается год на выполнение этих заданий. Очень интересная игрушка для пары, чтобы немножко освежить свои отношения. Вот. Поэтому я очень рекомендую. Вот прям, привет, прям Марк! Хорошо, прям. Как дела? Класс! Копать. Копать? Пошли еще гулять. Я видела, не надо мне эти гробики. Блин, слушай, я хотел еще и пошуршать своей мордой. Глянь, что творит. Слушай, кошка, ты что, половая тряпка, что ли? Вот наша самая большая комната. Мы ее поделили. Это будет гардероб. Здесь будет спальня. Здесь будет спальня. Вот. И получается сейчас здесь в спальне заходишь, и здесь будет шкаф стоять. Ну, шкафы с полками для вещей. Ну, и вот такой кусочек спальни будет. Спальня будет широкая, скажем так. Вика делает уроки, не может никак справиться. Вот это сделали за один день сегодня. Может, Вика справится. Завтра еще продолжит, потом еще. Потом заштукатурят стены и будем потиху продвигаться в нашем ремонте. Будем класть ламинат, клеить обои. Сейчас я покажу твою комнату. Вот. Марка. А вот Вики. Вот будет вход. Ужас в таких условиях, конечно. А вот где была раньше стена. Вот тут была раньше. А теперь немножко сдвинули. И вот она идет так. На уровне стены марковой комнаты. Вот так. Коридор будет шире, здесь поставится шкаф. Ну и вот. Давай, делай. Так, смотри, что тебе. Кофта. Заказали на Вайлдберрисе, но, правда, стоило прилично 30 рублей. Ну, примерь, она, наверное, будет великовата, но... Ничего. Так, уйдите. Уйдите. Давай! Вот кофточка. Слегка большевата, но, в принципе, нормально. Можно носить, можно закасать рукава и носить. Марк, смотри, а что у тебя там? Марк, сейчас бип. Ну-ка, открой. Что там? Вот, бери. О, копать.
То, что Марк хотел. Волк! Он это выбирался. Копать! Да? Копать? Тебе. Ты рад? Давай откроем. Класс! Ого! Эй, 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 не ломай! Там это. Папа, помоги. Кнопочкой. Снимай-ка кофту, чтобы не вымазать. Она воняет. Ну, постирается. Вот это да, Марк, ты рад? У тебя будет копать? Покажи. Копать? Класс! Класс, Марк! Ого! Ого, копай! Марку ты лицо одел. Смотри, мама. Смотри, папа достает, что Марк. Сейчас папа даст тебе копать. Ковыряет нос. Ничего себе! Какая у тебя машина! Покажи, дай мама посмотреть. Ого! Вот это машина! Смотри, она умеет копать. Чип. Покажи, Марк, какая у тебя машинка. Вон, бибик. Что это? Марка, что это за машина? Копать. Копать? Ого! Это новая, Марк. Ого, какая крутая. Покажи, как копать надо. Покажи, как копать. Не надо так делать. Сломается и все. Ай-яй-яй, Марк, что ты делаешь? Ай-яй-яй, Вава будет у машинки. Сейчас ради интереса пытаюсь сделать в игре Sims номер 4, который пытаюсь сделать дизайн комнаты. Вот примерно, что хотелось бы сделать в Викиной комнате. Единственное, в Sims, ну, не совсем то, что мне хотелось бы. Ну, примерно. Примерно что-то наподобие. И не ржет. Марк, как ты смеешься? Спать. Ага.